Так, несколько дней спустя Билл выдвигался вперед и установил заряд у водонапорной башни перед самым туннелем. Зачем нам это надо? Повода налаживается, мы можем идти. Чего ты меня добиваешься? Ты просто не хочешь, чтобы кто-то еще умер, Дач. Мы живы? Да не меня, мы живы, даже ты! Нам нужны деньги, все, что было, осталось в Блэквотере. Ты хочешь туда вернуться? Ноу. No. Послушай, я не пытаюсь тебе перечить. Мне кажется, план был залечь на дно, потом отправиться на запад. Теперь мы вдруг решили грабить поезд. А у нас есть выбор? С Корнуулом шутки плохи. Кто такой Левит Корнуул? Он железнодорожный магнат. Пришла пора нам показать, чего мы стоим. Сделайте, седлайте, пора грабить наш поезд. Ну так, нормально. Все готовы? Выдвигаемся. Let's go. Так, мастер-охотник, да? Один из трех. Время езды на лошади. Ребят, всем привет! Вы на канале Жемич. Данный канал об играх. Как старых ностальгических, так и новинках. Так что, welcome на канал. С вас подписка и пальчик вверх. Погнали! Так, поезд поедет на север из Большой долины. Мы нападем на него после того, как он пересечет границу и достигнет Гризли. Там есть возвышенность, откуда открывается хороший обзор. Чарльз, ты будешь сидеть, не пляйся, и там подкрепление. Как с твоей рука, кстати? Норм. Я разберусь с машинистом и инженером. Возьмите на себя вагоны и охрану. Артур, выдвигайся сразу в хвост состава. Прекрасно. Ты учил себя, беспокойся. Сварки. После того, как взорвет пути, нам нужно быстро очень все делать. Всем ясно? Да. Туда вперед, погнали. Так, катсцены. Долго скачивали вы, конечно, долго. Вот топот от лошадей. Прикольно, мне нравится. Мне нравится. Мне нравится. Наконец-то мы выбрались из этих сугробов. Приятно, правда? Этим заниматься прежде кто-нибудь зайдет. Здесь найдет нас. Посмотри на себя. Вот что я называю командой. Псих называя. Вот с пяти командой псих называть. У нас так богато? Сюда, пересюда. Я просто рад, что мы снова занимаемся делом, делами. Ошибок больше быть не должно. Чё, Смика хочет вернуться в Blackout? Думаю, мы вернемся. Так, а все похудится в высота. Вернемся, когда посчитаю нужным. И хватит об этом думать. Вот водопарная башня, остановимся здесь. Там какой-то чувак, он ходит.
бил там. Может, пройду еще. Узнать, как дела у Билла. А как узнать, как дела у Билла? Такое, наверное. Бил, это, ага, как успехи? Да, чё да, все нормально. Чем помочь ему? Тех камней. Так, берем детонатор. Прикрепите провод к генератору. Ой, к детонатору, господи. Ага, ну я и бачу его. Так, походу все сделали. Так, что он робить, перерезая. Так, присоединить провод. Все, very good. Хоть и в участиях, ребята, дальше я сам справлюсь. К ребятам, да, давай вернемся. А вот я Арто, наконец-то я сгораю от нетерпения. Угу, сгораю именно от нетерпения. Действуйте строго по плану. Ну что там? Он говорит, good. А где наш поезд? Ага. Господи, тупанул я. Все. Так, начинается, да? Джентльмены. Скоро все начнется. Всем вам удачи. Все вы знаете, что делать. Так, подрываю. Что же? Начнем. А, шо за финчо? Не, всегда по классике. Теперь моя вина. Куда на бег-то? Спрыгните на поезд, да? Так. Прыгаем, блин, фига себе. Чувак там упал. То есть вдвоем, да, запрыгнули? Помогу, конечно, помогу. Лени. Не кричи, дурак. Все, ну мы живой, теперь пойдем, потому с ним эту штуку. Где Хавьер? Он упал. Тут есть что-то лутать? Ой. Давай-то лутать. А, не. Да иду, иду, подожди, дай мне тут утонуть. Разбирался, да, ты с ним? Надо добраться. Давай.
Едем, едем. Есть. Полутать. Я понял, короче, потом, да? Так, патроны, да? Ты ранен? Нет. Есть, да? Как ты там? В порядке? Ого, блин, машинист нам по голові дав. Нашу кепку, чтобы не... Кепка залетела. Вырваться, да? Давай, давай, давай. Закопкала копка. Машиниста, да? Посольница машиниста. Ого, блин, крепкий, зараза. Я уже сколько раз... Так, доберитесь до его будки. И остановить. Стоп-кран. Ага, что тут перестрелка будет, да? Так, что тут у нас есть? Есть голову, да? Кью спрятаться. Ты цел? Вроде да. Так. Есть? Есть. Так, там чувак. Мы справимся, согласен. Я не знаю, в смысле ты не знаешь. Так. Так, давайте, ребята, мы звоним. Понял? Так, Артур, иди сюда. Шо? Куда и ты? Вася, хорошо? Возьмем деньги и скроемся. В последнем вагоне. Ребятки, что вы там задумали? Слушайте меня. Не хотим вас убивать. Что, они выйдут, не? Что, ваш тун? 3, 1. Ну все. Куда стрелять, да? А и дырки даже роблятся. Хватит. Взрывчатку. Сейчас мы будем выкуривать. Подарите дверь вагона, да? Ну все. А, не, поджечь фитиль. Все, бежим, 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 бежим. Да. All
Ну, а вы не хотели? Мы не хотим вас убивать, просто грабим вашего боза и все. А что, не может идти? А не может идти. Идите в частный вагон. Ага, забраться на поезд. Видите, вот, как дворец. Сейфа моя, на себя остальное. Так, тут лут, да? Ой, Р. Так, вот якийсь листок. Потом почитаем его. Так, читать Р. Ля-ля-ля-ля-ля. Прочитали. F убрать. Так, давайте будем лутать пока. Ага. Письмо опять. F убрать потом. Слушай, есть у нас. Ой. Что тут у нас есть? Сигара. Ага, нифига не маю, да? Я понял. Обыскать шкафчик. Что тут у нас? Ты обещал все ящики шкафы? Ну да. Что он достал? Облигации, да? Пошли. Угу, нам треба идти, да, отсюда? Ага. Тут сейчас стол есть. Р. Вернитесь к банде. Сейчас. Посмотреть карточку и... Так, F. Иду. Сейчас тут уже что-то есть. Сигара, я понял. Ладно, выходим. Уже темно, кстати. Долго мы грабим. Бумажки нашел. Облигации. Very good. Убивать вам? Убей их. Just make sure they don't send no folk after us, okay? See you back at camp. Что с ними сделать, мне интересно. Остальные погнали отсюда. Согласен. Разберитесь с охранником. Давайте поугрожаем. Может, треба было убить? Если кто-нибудь дернется, сразу прицелиться. Вперед. Есть, все. Вообще, если я на ваш уровень части отношения к вам, стороны других людей, плохие поступки принижают вашу часть. Куда нам треба идти? Сюда, да? Не хотів іти? Ну все. Так, виносливость, да, сразу на уровень. Задихався вже, бідняга. Так, сісти на поїзд. На поїзді ще ми не катали. Старовинний поїзд. А если ти чуть-чуть, не? Так, что дальше будем? Сохраненка, отлично. Господи боже, положи эту книгу и помогай. Так, я вернулся в нашей деревню, так сказать.
Уезжаем, да? Погода наладилась. Корабль, поезд. Деньги у нас. Хуже позади. Куда мы отправимся теперь? Нам лучше разбить лагерь у Нагоря. Там мы можем залезть на дно, если будем куда. Лезть куда не надо. Ну что ж. Поехали. Такая музычка прикольная. Мелодия та, что надо. Так, у нас кортеж едет. Скачет. Наслаждаемся музыкой. Давайте вперед, чтобы не было сюрприза. Да, с этим юношей. Купишь мне вестки. Тут же снега немає уже. Так, что сделалось с караваном, да? А сохраниться можно? Вручную нельзя? Чего? Ну, прикольно, конечно, покрасить. Вывези нас из реки. Да стараюсь аж, блин. Останавливайся, наезжай спокойней. Чёрт. Ну, по классике. Мука с бочонка упала. Что с лесос? Кола что сломалась? Помощь нужна, конечно. Так, взять колесо. Крутить колесо. Поднять колесо. Тебе як просто надів. І забив. Кек. Що так можна було? Щось мені підказало, що нас зараз хтось нападе. Да, он сверху три всадника. Задевать что-то недоброе. Показали бы нам без знака какой-то. Беда. Индейцы, наверное. Ведь русские плохо с ними обошлись. Идем. Не стоит искушать судьбу, согласен. Сесть в повозку. Давай, мы идем вдоль реки, потом повернемся налево. Давай, давай, лошадки, бегом, бегом. Плодные земли. Они их потеряли, эти индейцы, да? Они все потеряли. Есть, кого купили, кого знали за резервацию. Так, что с ними пискало, что с индейцами их не побачим.
А как еще можно грабить и убивать? Мы тоже так делаем, чтобы не говорил Дач. This here's a con man, Charles, born and bred. Just because it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. Не, слава богу, выдержало все. Лошадки, давайте, бегом, бегом. Немає времени. I don't even know if I have one. At least not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for... Не вже не вивозить, бідняги. Мы втроем бежали, когда он ставили покинуть землю. Я слишком мал, чтобы все заполнить. Если жил, то убил в бегах. Мать куда-то увели. Я его потом не видел. Бомжевали мы. Вам жарко, но это указывает мигающий значок солнца в статусе здоровья. Старайтесь от жары или холода, чтобы без перерыва надевать климату одежду. А як девать одежу? Блин, кнопка залипає. Мне нужно в сторону есть, сложно сказать. Двигаемся на запад, как и хотели. Desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. Бил бы пару раз. Посмотрите на эти краевиды. Шикарная игра. Шикардос. Дрискулы здесь есть. Let's hope not. And this place we're going. Wait, what's it called again? Куда мы, кстати, идем? Далеко. Придеваться якось надо, а як? Хто його знає, без поняття. Щось ми не слабо отстали від них. Так, что ты делаешь? Утолю смесь тысячелетника и женщины, полезна для здоровья. Все лучше всего на аптеке. Что сами здоровье зарезаем, получить травы с помощью, можно все готовить еду и создавать предметы. Я понял. Давай, лошадки, в мире игры можно найти сами разновидные растения, собирая их, чтобы узнать их свойства. Так, левый контроль, чтобы остановить фургон. Давай, залазь. Так, окей, let's go, да? Давайте справочник подивимся. Я понял. Можно его готовить. Сюжет 4% только прошли. Сложно что было попасть в Хавьер? Нет, все прошло хорошо, отличное место. Артур, это что нужно до поры до времени? Лошадки, давайте. Быстрее. Чуть чувак наверх не забирается. Там какие-то бурсуки бегают, что-то там. Белочки.
Так, мы уже почти на месте. Ага, да. Тут наш будет. Жмены, мы на месте. Вот, милый дом. Ты не ошибся, хозяин. Отличное место. Надеюсь, так и будет. Мы смогли выжить. До сей поры. Теперь пора подумать о процветании. Все шло превосходно. Томика убил ваших людей о пограблении. И все. Все мы совершаем ошибки. Каждый из нас. Я сохранил наши шеи жизни. Просто без денег. Господи, ему это гроши и гроши. Но мы в безопасности, не переживай. Мы заработаем много денег и поедем дальше. Купим землю. Ты посмотри вокруг. В этом мире есть все, чем себя утешить. Так, не хочу разговаривать. Выгодную сделку. Такой бизнесмен, блин. Так, про ограбление банка что говорить? Отложите инструменты. Соберите кулок-круг. У нас были тяжелые времена. Но сейчас мы в безопасности. Пусть и без гроша в кармане. При этом каждому из нас придется поработать. За работу, но не попадайте в переделки. Помните, мы... Нас уволили, закрыли заводы. Так что придется поработать. Каждый из нас должен за собой следить, заботиться. Нам нужна еда. Жертвуйте лагерь деньги и ценности, чтобы улучшить патроны, еду и другие лагерные припасы. Прошу за мной. Everything will be fine, Miss Gripshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my... Так, ты наша. Кроватка, да? Вы можете поспать, побриться или сменить одежду.